не лупы, это короночка. Рыба слева для тех, кто собрал шеем. Рыба справа для тех, кто еще не собрал шеем. Рыба по центру для тех, кто даже не думает собирать шеем. О, то, что надо. Так, смотрим, кто будет сегодня падать. Так, будут падать присты и паладин второй. Сколько тебе еще осколков? Паладин. Не, паладин будет жить. Мартин зайдет? Да его уже давно нет. Не, нихера никто не упадет. Ладно, чек на пол. Там нидер. Начинайте. ГП ему. Там пидел. Геро. Не диспелить, не надо. No dispel. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Перебегай, пожалуйста, на стол, когда он блюет. Беги! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Ого, даже до взрыва добили. Нет, просто я не таунтил последнего. Павел рейд. Не, вообще я могла пропустить взрыв, я сворачивалась. Рольте. По ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Сова, мне после... Наверное, ребята, Войт, я вот гильдию поставил 3 плюсика, дай бать, быстро. Чё, объект никому не нужен, что ли, был?
Ну, лок вырубил. Ага. Просто лайф. Слава, я могу после Ланы отойти на какое-то время? На какое? Минут на 5. Да. Потанчить на Вале может спокойно Даринон. Можешь. Чеко, спасибо. После Тухлого сдадим квест. Дайте шкаф. Дай шкаф, лок. Принимай. Начинай. Все. Можно больше не бегать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание. Давай, жми БЗ и таунти. Я пока не могу читать это заклинание. Пусть, может, кто-то один КВС сдаст. Не, можем не сдать. Какая разница, он сдаст, нам всем засчитают. А, ну да. Можно. Какой-то ходик. Кот или хант. Ходика там есть баф, хант, у кого-то есть два бафа. Ну, есть. Сдашь КВС. Кто смарт килл? Нишимба. И Сколяк. Иди сдавай квест, все остальные на ивент. Дайте шкаф там. Как и Гниломорд. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Рульте.
Сок. Что все желающие? Смоньте меня и Нишимба. Да, будь на всякий случай, это кто знает, вылезешь там в лужу и застрянешь. Будь, конечно. Сумоньте, Нишимба. Что-то вы не сумоните там или что? Там Альпич зашел. Есть места? Есть. Кто нужен? Кто есть? Вар, ДК. Заходи, Вар. Сейчас пробужусь, там еще плесни пробужились на полетке. Когда он туда десятка будет? Пошли, Доридон, подходи к столу, чек на пул сразу, ману отпиваете. А так вот, вы уже начали? Нет еще. Так, по одно тело к шкафу, пошли со мной. Ты загрузился? Ща, почти. Пришел Сумон? Да. Я понимаю. Подходи сюда. Еще не готово. Так. Чек на пул. Значит, Таринон, ты в курсе, как купли еще делать? А, ты мордер. Значит, ты шаришь. Все, отлично. Эй, столик. Да пусть его захотают. Начинай, это самое. Может, первого... пусть захотают его? Нет, первого зеленого не замедляешь. Сразу не веди, после душ веди. Звезде отходим, мили. Не бегите на слизняк, да. Чего вы слабо заботали? Хант. Давай быстрее лужу бей. Красного замедленно. Все в красном. Замедленно. Беги. Милики, как дела там? Может, вы красного поможете побить? Или у вас нормально дела?
красный приготовились, мильки, РДД бьем. Или кто? Зеленого приготовили. Звезде бежит. Перевод. Похильте Дринона, он уже почти труп. Геру. Кто сказал? Колбу отводи. Отходите. Протопал забирал. Так три еще. Ну чё, забирал. Четвертом себе его заберешь. Это заклинание. Новости, народ. Колба. Ничего не выйдет. И осколка, окей, хорошо. Колбу ролим. О, есть. Короче, отдавай ты книжки. Два первых паролла пошли на ладу. Суманите на ладу, будет неплохо, если вы там уже добежали. А можно, кстати, квест дать? Да? Надо проинструктировать в рейд-чат, написать, что человек делает квест, чтобы не было как в прошлый раз. Что Тхорн тупо включил музыку и не слышал, что кто-то делает квест. Короче, инструктируйтесь там пока. Кидайте шкаф, сумните Питкина. А, вы еще бежите от квеста, ладно. Ну, отлично. Трешак еще. Давайте трешак тогда бить еще. Я пока не могу прочитать это за... Надо подождать.
если это самое, буду типа тут. Да. Законтролишь вот этого вот кружка. А я законтролю вон того вот ромбика. Давай на счет три контроля, раз, два, три контроля. И кто-то еще, если хочет моба законтролить. Просто убьем. После росла вот Слава, я после этого трэша пойду кота покормлю, он там плачет. Земля ему пуховику. Треугольник. Сука, нахуй ему бы толкаются. Кружок. Телефон. Дохните, потому что метку не бьете. Вот сейчас я надо таунтить танков и всему рейду бить. Алло. А вы бьете какую-то хуйню АОЕ, блядь. Вы сдохли, блядь, вот те, кто сдохли. ГЦ, блядь. Даже контролишь, вы дохните, блядь. Бейте последнего моба. Сейчас надо будет убить метки сначала две, потом трэш заливать АОЕ. Как принято. Это кружок. Там танки АФК, подожди. Это ромбик. Не отошли, они резали. А лично отошла. Да как ты отошла, ты ж тут. Я тебя приду, сейчас уже пришла. Ну вот, иди сюда. Кружок все точечно бьем. Какого я не даю. Че-то я, блядь, стихами заговорил. Это случайность. Да ладно. У Войда не бывает случайностей. Это судьба называется. Ты отправил заявку на четвертый флешбот? Нет. Давайте ромбик убили. Войд паук, блядь. Чек на Человека-паука. Дайте каску, кто там бафает ханта. Вам спасибо. Рыба для четких чуваков.
каску поворот. Сейчас все будет, не нервничай. Котик, ты тут? Чё, продам на пул. Всё, дудивку купила. Не надо продавать на пулы. Здесь на пул, на север Снейп только. Не надо, чтобы танка укусили потом. Так вас кто-то делает, нет? Да, делает. Да, делает. Так, значит, хилы. Сильно старайтесь, чтобы никто не упал вообще. Так. БДК, Северус Снейп и Звезда, подходите к центру, все остальные стоят. Беги, ДК и ДК. Бегите, Звезда и ДК. Это было неразумное решение. Так, отошел. Протопал, подходи, бьем. Кто класс делает? Звезда. Дозову косишь. У нас кто-то закончился или нет? Кто там стоит? Че он стоит? Кто? Кто стоит? На. Кто? Пульте на меня, пожалуйста. Но он будет кусать Shadow Morna. Еще два. Скажи, кого кусать будешь, я в РК объявлю. Суслятинку будет кусать. Я тут суслятинку собрался кусать. Ему важнее. Важнее всем укусить. До берсы 16 человек может быть укушены. Говорит, Войда покусает. О, Войд, ты так злой, его еще и кусать. Миликов посмотрите, там много ДД не укушены. Там ни к чем не укушен. Кажется. Я пока не могу прочитать это заклинание. Следующим укусит Даринон ни к чему.
Как дела там? Приятного. Бейте. Обалдеть. Все, передал Торинон. Давайте рост быстрее заливаем. А то до берсы 30 секунд. Все, вот босса убьют, и я отойду. Блин, багруха. Да. ДК, Альфари, ты не бегай, когда тебя пытается укусить, не убегай. То, блядь, за ним бегаю, он убегает. Уступите багруху на мага, у меня вообще собака. Оттуда народится как на продажу. Всем здорово. Это Рольти и два покорителя. Здорово. Чем занимаетесь? Да очень. Навальку, Даринон в танка. Пошли к Навальку. Заходи кем-то, подамажить, потанчить. Тут, короче. Ну иди. Все в хилов. На рейде будет регбист и дутипка. Котик хил есть? Ладно, будь в коте. Дамаж. Не знаю, релог, чтобы похикать рейд. Релогнуться? Ну релогайся. Сейчас добегу до комнаты. Давай кишка. Отойти на этого босса можно? У меня в скайпе звонок. Только не умирай, огонь не срывает. Дайте шкаф лоб. Войд, клыку пойдет. Пойдет. Щит уже упал. Ну зато багруха упала. То есть сейчас палик упадет, да? Да, упадет по-любому. Я ее почти слагал. 97. Сука. Ну я 73 тоже почти свалил. Ладно, отпивать иду, типа, заходи. Этот смокил зайдешь. Летать будем с звездочкой, скажу куда. В голове или к хвосту. Два рушама, фалипал, заходим в порталы, остальные регбисты, иду, типа, рейд. Багроху продал. Дайте маны по ДЦ. Котик, кинь индер до бутилки. Все, короче, запускаем. Погнали там. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте себе. Пусть останутся.
останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, окей. Я буду говорить, к голове слетаться или к хвосту, ориентируйтесь, и дальше за звездой. Ты там все, ты там устала захилить. Не, мне впадло, хильте. Вообще рак. Слетаемся, ну вы видели. Давайте приготовились. Звезде. Стаков у вас. Сколько стаков? Побежали к голове туда. Там вы найдете спасение, герои. В голове засветаемся. Побежали последние порталы. В голове слетаем. Давайте рост. Рост. А, КД. Ясно. Еще в порталы зайдем и захилим так. В порталы заходите. Заходите в порталы. Заходите в порталы. В голове. Там вы найдете спасение, герои. Еще не готовы. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я излечилась! Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями! Ролим узы, Дебис, пояс на Мелика. Также поручка на Ов. Альпари на мейн, Даринон. Как кто на мейн из вас ролит? Же поручка, я помню, на танка забирал. Алло.
Скань, рульте. Пошли. Я тут. А что там, пока неизвестно, будет там баф в субботу или нет? Не знаю. Лучше бы ТФП собрали. Лок здесь, либо не шкаф. Ну, ребят, поздравьте меня. У меня до 1 июня не будет горячей воды. Уже? Ты кладешь? Да, уже. Хорош. Тазики такая... есть дома, тазики? Есть один, может быть, два. А вы меня знаете? Чё не запускается ивент? Пойди потанцуй там. Оп, алле, оп. Кто напомнит после синдра шмот перейду? Я напомню. Манар, привет, кстати. Здорово. Правда, я всегда слышу. Давай, давай. Чё там, не упал осколок, да? Нет. Ну, 3 осколка. Могло быть хуже, могло вообще ничего не упасть. Ещё 2 босса. Сейчас упадут. Не знаю, еще 2 босса, я понимаю, я понимаю. Просто 38, ну. Какой шанс, что мне с Геры 12 упадет? А сколько боссов вообще? 12. А есть какие-то ханты здесь? Не АФК. Есть, конечно. Ты можешь мобов притащить сюда? Не могу. Да не, не этих мобов. Тех, за решеткой. Где там? Да. На пульте это говно на попало сейчас. Бойник.
Так, это такой тлен. Просто меня обычно, типа, миновала чаша сия с водой уже последние 5 лет из-за постоянных переездов. То есть, типа, мне так везло, что я переезжала в какое-то другое жилье, и там уже отключали воду. То есть, типа, там уже прошел этот период отключения горячей воды. Ну, надо когда-то начинать. Это ужасно, я не хочу это начинать. Мне не нравится уже посуду в холодной воде мыть. Это карма. Посуда хуйня, жопу, это пиздец. Я буду к брату ездить. Просто я буду ездить к брату. Я даже настолько... Я настолько не хочу мыться в холодной воде, что я буду ездить к брату своего парня. Блять, легендарные мувики Войда, блять. Посуду хуйня, вот жопу, это пиздец, блять. Ели яички после этой хуйни. Вот понимаете, вот воду отключают, да, на месяц. У тебя есть два варианта. Либо ты проявляешь мужество и моешь жопу, блять, холодной водой, блять. Это все похуй. Посуда — это реально хуйня, вот жопа — это пиздец. А второй вариант, ну, для ленивых, для тех, кто не мужественный, для мягкотелых людей, этот вариант, блять, вскипятить воду на огне, блять. Понимаете? На огне, на электричестве. На огне. У меня, короче, на районе живет, типа, друг, у него частный дом, и у него, типа, баня. И когда, типа, воды нет, мы туда ходим. У меня баня, парень, да, читер, у него на работе в спортзале душ есть. У меня, блядь, выкручивайся, как хочешь. Установите себе водонагреватель и будете радоваться. Это я в коммуналке живу. Но я не... Что такое водонагреватель? Что такое коммуналка? Коммуналка — это, короче, как бы квартира с там 5 комнат, общая кухня. В этих всех 5 комнатах живут люди разные, семьи. Жестко. Есть конфеты коммунарка. Знает кто? Которая коммунальная щелями? Квартира. Песня такая есть. Наверное, грустная. Да, нет. Чайф вроде бы поет. С этим бедолагой. Я даже не знаю, вы захилите нормально все или нет. Нет, конечно. А кто больше дамажит, смарткил или нишимба? Не, успех не еще пару хилов. Что ты говоришь? Успех не еще пару хилов. Давай я нахуй перестану, найду еще. Во-во-во, заходи, я заходи. Я в полекресте уже. Ситадар, Варшам, Эрельбист и я. Это 5 хилов. Че вы очкуете? Ну так нормально. Давай 6. 5 это мало. Знаешь, Войд, я это дерьмо с алкашом 2 хила хилил всегда. Тихо, молчи. Не говори ничего. Войд, еще 6 успех, пожалуйста. Пожалуйста. Там все-таки не брутовар квест делает. Вот шестой как раз на Дарьяне посидит. Да я и так, его. Я на Дарьяне посижу, а вы на рейде. Он тебя троллит, Слава. Я его не троллю, просто хочу отойти. Шаман орал, что соло захилит 25. Вполне реально, если мало ведь будут. Ну да, если лишнего не ловить за бесового шамана, если тиману лить будут, то возможно. Сори, не доставал. Это, короче, лич 25 гир, гильдейский рейд, все знают, что куда делать. Все хилы падают, на второй фазе остается один убийственный шар. По счастливому случаю он идет полностью на хосту, у него альдетешная чешка, все на хосту. Назначается 4 друля, все которые были ему тупо мануляли по КД. Он выстрел комнату в соло, он все тупо в соло выхилил. Ну там потел, бедняжка. Давай, шкаф лук.
Ну и плюс там, конечно, помогали тресты кольцом света и так далее, но это было давно. Типка, заходишь? Да. Так, а Грегор... можно оформить бафы по пожилой залупе? Сейчас. Силвеллер. Тут? Аплбо. Да. Ага. Ну, типка. Сейчас спекнусь, подожди. ШП? Ну да. Так, ну смотрите, короче, я цель не уронить Даринона. Даринон знает, как делать квест. Отпивайте ману быстрее, я уже отпил, так что поторопитесь. Человек на пол. Снейп тут? Да. Блять, какой Снейп, сука? Я когда читал Гарри Поттера книжки, там снег было написано, они тебе в жопу. Снейп, хуе. Снег — это долбоебский перевод. Он Снейп. Охуенный перевод. Снег. Хуёвый перевод. Охуенный. Запускай. Сука. Ой, у меня тут какой-то ДК стоит. Ну, наверное, он квест делает. Мне не нравится. Можно он уйдет? Нет. Бля. Чуть-чуть Синдру Врайт поверни. Беги, малышка, беги! Залупа, не умирай. Что-то был. Не знаю. Что бы это дайте было? Фридом. Фридом. Будь ласка. Нет, Каблиди, какой рак. Блядь. Ауе, тихо, закрыли рот. Ауе, бьёк. Спрятались. Ауе дали быстро, сильно. В центральные метки дали ауе. И на ступеньках тоже бейте, которые снизу. Быстро, сука, ауе все дали. Прочитай гимн ХП по ситуации. Метки сильно бьем и снизу, который бьем. Предпоследняя падает метка. Теперь метки снизу бьем. Последняя падает метка. Сильно в метке играем. Далее звезда падает. Сильно все в метке играют. Убирай Синдру, блядь. От рейда отворачивайте нахуй. Даю звездопад. Ой, блядь, это гимн. Хорош. Метки, сука, бейте быстрее. Под боссом метка. Уведи отсюда босса, блять. Кто там его держит? Быстрее. И глыбу разбили. Че вы, слепые, что ли? Разбили глыбу быстрее. Вот. Ну вы гоните, ребята, вообще. А, блядь. Под жопой только не стойте, нахуй. Че вы там ловите? Котик. Подними еще до морды. Давайте, бейте. А он АФК сейчас, походу. Ничего не АФК, что надо. Даридон, ты там не провалил квест, нормально все. 33 дыхания, отлично. После этой взлетки словишь там. Синяя метка над башкой, блять, что в рейде будет 1000 гп, блять. Я пока не могу прочитать это заклинание. До половины, не разбейте метки раньше времени. Слева далеко. Стопните, у кого половина хп. Стопните нам по этим глыбам. На ступеньках близко слева. Стопните по этим меткам, сука, уберите руки свои от клавиатуры. Справа близко.
Давайте. Добили мед. Давайте Геру. Последнее дыхание делай сейчас. Следующее дыхание уже встань за спиной. Ибо ваша жалкая мания теперь бессильна. А теперь почувствуйте всю мощь. Первые подбоссы сразу разбить. Мирики только глыбы играете. Ну типа подбоссы сразу разбить. Ушли мирики. Все, иди, сейвись. Сразу разбили. Не бить глыбу. Да дебил какой-то нахуй. Жопа ручка. Молодец. Беги, малышка, беги! Подбили до 20%. Подбивайте глыбу. Все, бейте глыбу, разбивайте. Светодар под босса. Милики ушли. Ушли, блять, все. Сука, ровно неси. Все. И сразу разбиваем. Вот так в кружок, не вставай в красный, потому что откинет турей и все заморозятся. Разбили сразу, следующую также и разбить. Смарт-хилл, милики свалили. Свалили жопы, ручки там все, блядь. Разбили сразу. Филипец под босса и разбили. Милики ушли. Разбили сильно. Под босса будет притяжка. Милики ушли, будет притяжка. Последняя под босса, остальные в сторону зерганем. Притяжка сейчас будет. До половины глыбы спрятались, в треугольник встали, сместились. Милики ушли, притяжка там. Плюс что ли? Котик кусал до последнего. В сторону прида, за лука в сторону. Добивайте. Что за неуважительное отношение к сагнейцу? Идите. Блять. Ну это нехорошо. Рольте на мейн. На вов 10% роль. Ну ты первый по ДПС. Покоритель рольте. Суммоните на лича, будет хорошо. Быстрее бегите. Ренон квест давай. Завоеватель ролики. Алло. Не надо никому что? Алло. Алло. Смонти на плеча. Сейчас мы, короче, побьем с ЧПшками босса. Даринон, у тебя есть уникальный шанс потанчить лича. Не, не надо. Он танчил? Ладно. Нет, кучу раз. Да не, не надо. Я в 5-4 танчил. Да танчи, то сдохнет еще. Сейчас, короче, вторая группа. Кто из вас больше так? Смарткил больше не шимба дает. Смарткил будешь с пристами бить на переходке лича и сферы. Вторая группа, смотрите, все выше П. Так, чек на пул. Спикнусь. Макгрегор и Рэгбист. Подходите. Так, все готовы, сейчас запущу. Диспелит чубу. Светодар подиспелишь. Значит, вторую группу захиливать будете. Ханта хорошенько, регбист омоложения, восстановления. По второй группе там пару хилок кидайте, мы шипе, но все-таки не бессмертные.
Вот все остальные мы будут бить духов. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что на пулы, короче, первый, третий дух Рога дает, второй, четвертый дух Нишимба даешь на пул на танка. Молить все. Не слакаем ничего, с чумой валик убиваем. Сейчас издерганем этого дурака. Гера, 5 минут. Как откатиться там дадим? Это кто в танке БДК, кто? Север. Ну, я не вижу. Да будет так! Герои в атаку! У вас БДК нету. Ну, наверное, ВРЛы там какие-то собрались. Ну, значит, без БДК будет. Чтобы ты увидел финал, не могу допустить... Можно на место Люча? Только за колонну от Лича не вставай, Протопан. Чума, отрись. Это спасибо тому, кто сказал, я почему-то в ДД-шмоте была. Макгрегор. Вурдалака забери. Вурдалака. Ромбик забери. Быстрее ромбик. Забери ромбик, Протопан. Ух. Хорош. Вторая группа, не забываем, на переходке в зиме остаемся, бьем чума 3 секунды. Второго призвал. Больше мобов мелких не забирай. Давайте бьем. Я проморожу вас насквозь, и вы разлетитесь на жителей осколки. Захиньте. Что за фигня? Ну кто-то или что? Да, я вам красава, хеллбот забагал, не вижу вообще, что хилить. Хилю много. Блядь, просто фофлеймы и все, которые просаживаются. Чего вы мозг ловите? Дай пать ему войд. Случайно разнул. Он такие... Шадоумат. Чего в 2018-м хилить хеллботом? Так мне не надо хилить? Остановиться? Хильте. Протопаузу беру. Сейчас. Добили духа все. Милики, фурики, РДД. Добили быстро. Звезду встали. Подошли к Личу. Это лопа. На краю всегда стоите, молодцы. Разбили. Кружок не трогай, тебе валь. Вышел осквернение. Вышли. Че, звоните мне? Сейчас либо вайтнитесь, либо вынесите лужу. Выносить лужу надо будет вот сюда. Когда первая валька спустится, надо будет сразу бежать от таблички, на ком напишется оскорбление на мне. Внимание, первая спустится и побежим. Побежали. Табличка, оскорбление мне, отошли. Валик всех бьет. Вары сюда, подрезать сухожилия, вытаскивайте на панель. Ромбик убили все. Все в ромбик играют. Трусы даны, да, то есть трусы. Переводим. К порталу идем. По краю? Да. Лужи разошлись от портала. Чуть-чуть от края. 2% оскорнения вынес. И все, к краю подходим. ШПшки остаемся.
звездочки. Остаемся вторая группа. Давай Геру сейчас. Давай Геру, захилили рейд. Нападать духа вам религия запрещает. Добей. Поможем потом. А тут не пробовал кто-нибудь бить, если... Знаю такой ролл. Тамур, ты что делаешь, блядь? На краю стоим. Танки на краю. Всех духов играют. Ну ёбаный ты. Дал гейм. Чё, бля, обкуренные что ли? Захилили. Захилили. Духа бьём. Ушли к глыбе. Ушли к глыбе все. ЧП остались похлопать духов. Бьём кружок. Духи. Портал ушли уже все. ЧП без тучки тоже ушли. Лужа секунда. Милики вышли. Вышли. Порталы ушли. Вот он дух. Кто там что кидает какую-то хуйню? Чё они летят так быстро? Трону снова пошли последний раз. Ушли все к трону уже. ЧП без тучки тоже ушли. Не хилим, да, нихуя? Давай не зыблим. Кого хилить? Ты думаешь, я что-то вижу? Ну хуй знает. Вот и я хуй знаю, что-то нажимаю, блядь, никуда хуй его знает. Удали хилбот и скачай вуду, сот топовый аддон, короче. Там фреймы видно, по ним хилбот. С вуда тоже бафается, по-моему. Хуйня, ничего это не бафается, не. Все бред. Вот я вижу все фреймы, они просаживаются, может быть ники местами поменялись, но они просаживаются, ты их хилишь и все захиливается. Пробал. Я что хотел спросить? Кто-нибудь пробовал здесь бить с Макс Ренджой, типа ханта 41 метр можно сделать, и сделать можно в мага 41 метр. Просто я знаю, на Изенгарде есть такой прикол. На переходке там маги все бьют ключа. Тут, ну, в тупую, короче, там можно встать на РНЖ, хотя зима не коцает, не 25 хм на личе, типа лича бьют на переходке. У него до 6%. Вон, посмотрите убийство этих японцев. Ой. Чё? Плюсанул на ЕП, я потом пробую вернуть. Так, теперь скажите мне, кто с какого босса пришел в рейд? Зрел Прида, с какого ты пришел? С Сидры? Кто еще с какого босса пришел? Вон там Элвинс Про пишет. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Принцы были перед профом. От их рук. И ты станешь первой жертвой. Макгрегор с Валли. Мне по душе. Это ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Кто еще? Дай мне силу. Помнит кто-то? А то я, блядь, увижу потом.
Хелвин с профом. Так, вар с проф. Чем мы сначала? Ну, у меня 5 боссов получается. Короче, так как-то. Невозможно. Бати Тартас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! И вот я стою, как лев пред агнцами, и не дрожат они. Им неведом страх. Я пока не могу прочитать это заклинание. Всех ГЦ с ачивкой, йоу-йоу-йоу. Боже, блядь, две алебарды. Две алебарды ролим. О, говно, шмот. Четыре, а сколько? Всем спасибо, пока, шеем. На ИП оставайтесь и не забывайте там. Как тебе еще там? 20... 11. 11. А, ничего себе, да? Дай мне одну, слышишь, ой, дай мне одну, если кто. Паладин. Только без 5 минут мажорка? Типа да. Бой. Защитник рульте. Завоеватель рульте. Так, на ИП все зашли? Так это, вы узнали, он вас будет? Не знаю. Просто целка туда сегодня бессмысленная. Бивок что-то типа писал, что 28-го анбаф. Ну, тогда сегодня геру собирать бессмысленно. Ну, такое. Чё, гера не будет?